даже смерть не является оправданием для невыполнения задания. Настоящий герой – это не только стальные мускулы. Тебе уже страшно? Дотянись сперва. Это тонкая душа, способная на теплые чувства. После работы у меня дома. Трудитесь соблюдать субординацию. Он какой-то мужлан, какой-то урод, моральный. Но эти чувства никому не стоит оскорблять. Не понимаю, что вам нужно. Чистосердечное признание. Воскресенье с Владимиром Епифанцевым. Хочу вам напомнить, у нас есть взрывное устройство. Лютый. Захват. Премьера. Воскресенье. С 10.50. Только на Пятом.